Большое спасибо, значит, за донат Михаил Кот. А, мятный кот, то есть какой Михаил? Михаил здесь написано, а в донате мятный кот. Ну, будешь, короче, мятный Михаил Кот. Мятно-ягодный хруст. Заниматься вокалом, кидаю видос для разбора ошибок. Постарался поработать над тем, что ты указывал в прошлых видосах. Давай послушаем, послушаем. Любимые песни обрушился песни на голову мне. Сижу на краю разбитого сердца. Ну то же самое с вокалом. Просто все слова произнесены просто как-то непонятно. Мне все замолкли голоса. Привет, лови мою боль по любви. Эту боль по любви прочитай и порви. Привет. Привет. А я снова бега, мне любимых руках. В нос куда-то все. То есть, то, что рот открываешь широко, это хорошо, но типа то, что ты это звук, само направление звука, когда у тебя как куда-то в нос, да, вот так, как-то все так звучит, вот так вот все слова непонятные. Короче, грубо говоря, смотри, когда ты вдыхаешь, у тебя должен надуваться живот. На выдохе чуть-чуть сдувается, и ты направляешь далеко немного голос. То есть не сюда в микрофон куда-то вблизь, а типа как будто далеко куда-то. Привет. То есть такой должен быть. Просто прячу свой страх. Здесь он очень такой просто получается. Ну, тебя неразборчивый в итоге. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вот, то есть вот такое все получается. Не просто там спасибо, спасибо тебе, спасибо тебе. То есть это не должно так, типа, ядовито, что ли, звучать. Вокально. То есть это ноты какие-то такие. За лучшие годы, годы. То есть, типа, не, ну, за все твои ноты в нос все спето. Каким же я был бездушным уродом, позволил, что плакал лучше, чем... Но вот здесь как будто больше похоже на произношение такое нормальное, чем в прошлых роликах. Хочется верить. Вроде да. Привет. Вот. Привет. Вижу, но у тебя не привет, а типа привет. Мою боль по любви, эту боль по любви. Но хотя у нервов он так и поет. Ну вот говорю, в этом проблема русскоязычных, короче, русско-рокерских всяких песен, типа, что они все довольно через жопу поют, и за ними, если как бы, если повторять, то да, что-то такое надо делать. Но в итоге, если повторять, то прям все коричнево звучит, жесть. Прочитай, пови. У нас типа вот кто делает неговяную музыку и нормально поет, я не знаю, это какие-нибудь там группа Браво, без шуток. Это вот там был чувак, который типа забыл, как... песня называется «Любимая моя». Тара-тара-та-та-та-та-та. Друг друга не любя. Вот из таких старых песен, короче, на русском языке, которые не говно, и в которых нормальный вокал такой неплохой. Вот, который стоит повторить для начала, вот, чтобы петь, чтобы проучиться. Браво, как жаль, там, привет, нормальный трек. Ты как, а я снова бега. Чтобы просто не повторять за неумелыми чуваками, которых в итоге все вот так звучит потом. Прожить всю жизнь без тебя. Потому что русские рокеры — это не лучший пример для подражения вокального. И вообще не только вокального. Вообще в целом по жизни. Раз пошла такая пьянка, прошу оценить. Каджар, спасибо. Талантливая пляж играет на акустике. Тут мимо ритма чуть-чуть. О, классика, да? КТПС, двоеточие, слеж, слеж, www.youtube.chorus/. Ты как, я как, любимых руках. Ой, блин, спасибо, Леон, большое. Ну, 250, за 250-то на запись не полагается. Чужой не скипается сейчас. Спасибо большое. На запись. Донат, по идее, не полагается. Ну, ладно, может быть, сделаем, короче, исключение, учитывая, что там были овер-донаты прошлые.
Так что... Привет. Тоже вот привет. Боль. О, то есть вот от этого примерно надо еще вот дальше избавляться. Ну, не знаю, что, вот какие-то такие примерно теперь советы успехов. Вот. Больше не знаю, что сказать. Спасибо за донат.